Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Людмила Мадель, я онлайн-преподаватель английского языка, и сегодня мы продолжаем с вами говорить о классных сериалах для изучения английского. Сегодня я хочу поделиться с вами 5 классными фразами из популярного американского сериала, свеженького совсем, 2017 года, сериал, который называется Young Sheldon, «Детство Шелдона». Этот сериал основан на сериале «Теория большого взрыва», и в нем показывается детство, да, вот гениального героя из «Теории большого взрыва» Шелдона. Совершенно роскошный сериал. Мне писала о нем одна из моих подписчиц, но я добралась до него буквально вот пару месяцев назад. И посмотрев несколько эпизодов, я в него просто влюбилась. Во-первых, это бытовая, повседневная лексика. В сериале описываются те события, с которыми сталкиваемся мы с вами в повседневной жизни, да? То есть это то, что можно взять и применить. Во-вторых, короткие 20-минутные эпизоды. А это важно для изучения языка, чтобы цель была достижима. Потому что 20-минутный эпизод проработать значительно легче, да, чем 40-минутный эпизод. В-третьих, в сериале много юмора, много шуток, много казусов и каких-то вот таких смешных ситуаций, в которые попадает наш Шелдон, будучи гениальным. Первая фраза, с которой я хочу вас познакомить, звучит так. Она довольно часто звучит из уст Шелдона, поскольку он со своей непосредственностью часто говорит то, что думает, не обращая внимания на то, учитель перед ним, или там старшеклассник, или его ровесник и так далее. То есть он просто говорит, что думает, и очень хорошо, умно выражает свои мысли. И первая фраза звучит так. «Am I in trouble?» Am I in trouble? Да, то есть у меня неприятности, когда он, например, что-то сделал, или кто-то, да, из родителей ему говорит, что ты сегодня сделал то-то-сё-то плохо, да, и он обычно просто говорит Am I in trouble? Да, у меня неприятности. Совершенно роскошная фраза, которая может в повседневной жизни использоваться просто вот в такой, в шуточной форме, да, когда вы что-то не сделали, что-то забыли, что-то сказали, да, и можно перевести это дело в шутку, сказав «Am I in trouble?». Конечно же, да, человек скажет, что все в порядке и так далее, но фраза классная, поэтому берите ее себе на заметочку. Следующая фраза, в основе которой лежит шаблон, звучит так. «We can't afford a private school». We can't afford a private school. Что это такое? Когда мы говорим I can't afford to do something или I can't afford something, это значит, что у нас мы финансово не можем потянуть что-то. Да? В данном случае ситуация такая в сериале, что Шелдона перевели в старшие классы, поскольку он гениальный ребенок, и в старших классах учителя от его непосредственности просто буквально сходят с ума. И все учителя приходят жаловаться к директору. И первое, как только перевели Шелдона, в первый же день, да, вызвали его родителей и, ну, так вот, аккуратно предлагают ему покинуть эту школу, да, мол, она не для него, вот, не подходит. Вот. То есть он такой неудобный ребенок, который говорит то, что думает на занятиях. И мама убеждает директора и говорит, что we can't afford a private school. Мы не можем потянуть финансово частную школу, да, то есть он будет ходить сюда, он заслуживает эту школу, и, в общем, мама отстояла право Шелдона учиться в этой школе. Поэтому, если вы хотите сказать I can't afford to buy a car, I can't afford to buy a house, да, или там I can't afford a new car, так тоже можно сказать. Это значит, что финансово вы не можете себе позволить эту вещь. Следующая фраза, в основе которой лежит идиома, звучит так. Mind your own business. Хорошая, роскошная фраза. Помню ее еще с институтских времен. Она используется, когда вы хотите человеку сказать «не лезь не в свое дело, занимайся своим делом». Шелдон очень любопытный. Он очень любопытный, он все анализирует, он мгновенно анализирует информацию, делает правильные выводы, да, такие характерные для взрослого человека. И говорит это вслух, говорит то, что думает, говорит свои выводы. И, как правило, людям, окружающим его, взрослым, это часто не нравится. И ему часто говорят «mind your own business», «не лезь не в свое дело».
Вот, тоже классная фразочка, готовая фразочка, поэтому берите ее себе. Следующая фраза, которой мне хотелось бы вас познакомить, звучит так. You are overdoing it. You are overdoing it. Ситуация такая. Юный Шелдон находится, вот его перевели в старшие классы, да, то есть там вокруг него ребята, которые старше него, значительно старше него, и у них, как водится, нет большого желания с ним общаться. И Шелдон абсолютно комфортно чувствует себя в одиночестве, но его мама очень взволнована тем, что он совсем один и ни с кем не общается. И не желая огорчать свою маму, Шелдон решает что-то с этим делать. И он идет в библиотеку и берет себе книгу Дейла Карнеги «Как завоевывать друзей», как приобретать друзей, вот это популярная его книга, и там же читает вот эти советы. Кстати, вот такого плана книги психологические, которые, не только психологические, а вот книги, которые просто дают в том числе психологические советы, как вести себя в той или иной ситуации, да, вот как общаться с людьми. Это книги, которые называются self-help books. Это интересное наблюдение. Вот если вы не знали, то возьмите себе на заметочку. Так вот, начитавшись этой книги, он прямо сразу начинает применять те правила, о которых говорит Дейл Карнеги в своей книге. Называет человека по имени как можно чаще, да, то есть проявляй к нему интерес, слушай его и так далее. И он даже немножко в этом преуспел, но друзей он все равно себе не нашел. Но наша фраза «You're overdoing it» всплыла вот в таком диалоге. Он подошел к папе и... пытаясь внедрить вот эту технику, что постоянно, ну, говори человеку его имя. Если ты хочешь наладить контакт с человеком, произноси его имя. Нет ничего приятнее, чем слышать свое имя. Его папу зовут Джордж. И он подходит к нему, и вместо того, чтобы обращаться к нему «Dad», он говорит «Джордж». То есть, и это настолько смешно выглядит, что... Там папа сидит в кресле, читает, и он задает ему кучу вопросов, отвечает, там что-то реагирует, и все, и в каждом предложении говорит «Джордж». So, в каждом предложении. И папа не очень понял, задает ему вопрос, мол, в чем дело. И он ему рассказал, что вот я пытаюсь применить прием из этой книги. И он говорит «You're overdoing it a little». То есть ты немножко перебарщиваешь. Ну, потому что он в каждом предложении «Джордж, Джордж, Джордж». Особенно смешно это смотрится, потому что он обращается к своему папе. Вот, вот такая тоже фраза «You're overdoing it». Берите ее себе на заметку. Еще одна фраза, с которой мне хотелось бы вас познакомить, звучит так. «I clearly miss something». «Я явно что-то упускаю». Фраза эта звучит очень часто в детективных сериалах, когда расследуется какое-то дело, да, и что вроде бы... какие-то наводки есть, но, да, как тут наложенный след нападет детектив, да, то есть что-то упускается. Так и здесь. Как использует эту фразу Шелдон? Шелдон использует эту фразу в таком контексте, что он прочитал эту книгу, использует приемы, пытается там подходить к людям, называть их по имени, проявлять интерес, да, слушать их, благодарить, там, ценить то, что они делают и так далее. Но друзей он от этого в себе не заводит. То есть так выходит, что дружить с ним все равно по-прежнему никто не хочет. И рассуждая, как же так? То есть эта книга уже давно в ходу была, давно написана, она популярна, она рабочая, ему библиотекарь посоветовала эту книгу. И вместе с тем она не приносит результатов. И Шелдон озадачен этим. Он не знает, как же так вышло, что книга не дает результатов. И сам, рассуждая сам с собой, он говорит «I clearly miss something». «Я явно что-то упускаю, какую-то деталь, какой-то момент или что-то делаю не так». Роскошная фраза, поэтому берите ее себе на заметку. Вот, вот такие 5 фраз, друзья мои. Занимайтесь, практикуйтесь, обязательно проговаривайте все фразы вслух, постарайтесь применить их к своей жизни, постарайтесь объединить их между собой и, может быть, построить совершенно какую-то потрясающую мини-историю с этими фразами. Если это видео было вам полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ну а мы с вами увидимся, услышимся уже в следующем видео, в котором я поделюсь с вами еще одним классным сериалом для практики английского. С вами была Людмила Мандель. До встречи. Всем пока.